подарки есть, там есть семейные подарки. И вот если дарить подарки, то лучше семейные. То есть за счет этого. А мне вот интересно, Татьяна, а вот у тебя нету семьи, как ты работаешь вообще? Вообще спокойно. Да? Мне вообще, я вот когда ведущим только встал, мне все, короче, говорят, типа, вот, ты обязан сидеть у куратора в семье. Нет. Я говорю, подожди. Какой, говорю, я говорю, в смысле у куратора в семье? Я говорю, у куратора даже семьи нету. У моего куратора тоже нет семьи своей, то есть это не принципиально. Вас не смущает, что вообще куратор ваш в последнее время проебывается где-то по ночам постоянно? Где по ночам? Ну, вечерами. Я проебываюсь. Я вот думаю, а что это куратором быть жесткая ответственность, нет? Ты уже хочешь куратором побыть? Не, не сейчас, сейчас пока нет, через ну, либо в конце этого месяца подать заявку, либо через месяц. Попробуй. Ну, у тебя, блядь, телефон никогда не будет спокойный. Ничего страшного. Я просто все равно в Бига 24 на 7 просто, Вань, прикинь, нахожусь. Вот в 6 утра тебе просто пишут, когда зарплата, нахуй. Где зарплата, да? Ну или где зарплата, да. А и в ответ... И в ответ я, который пишу, какая зарплата, вы что-то заработали? Ну, у тебя есть вот знакомые какие-то там свипы? Вот у тебя связи есть какие-то, поддержка? Есть, есть. Где, блядь? Есть у меня есть знакомые свипи. У меня вот Карифан из семьи, которые я ушел, он свип. Внутри это все, как поймешь потом, пожалуйста. Пробуй. Потом назад не беги, нах. Так, а почему? Я же от Ани не отказываюсь, я у нее также буду ведущим. Бля, не дай бог вы еще от Ани откажетесь. Даже я не отказываюсь. Да кто сможет от нее отказаться? Хотя не ведущий. Карифан хотел тебе, кстати, Тань, написать насчет выкупа, чтобы меня выкупить у тебя. Ну. Но он что-то до сих пор не написал. Чтобы он хотел, чтобы я у него был ведущим. Не-не, Ванька, смотри, просто за тебя, что если он хочет выкупить, то там пиздец сумма будет бешеная. Заранее. Думаешь? Тут, походу, не я решила. Она за 1000 меня продаст. Тут все это через... Не, здесь я же уже, как бы, ну, этот бизнесмен. Ой, блин. Все, Ванька. Таня меня за 1000 продаст. Я какую... Таня уже... Как бы я уже... Семейные дела уже я бизнес веду. Семейный, бля. Семьянин. Давай, Ванька. Кто там хотел тебя выкупить? А, у меня будет батл, Тань, сразу тебе скажу. Спанда, знаешь такого? Этого куратора? Угу. Вот, будет против его человека. Мы сейчас будем, короче, из трех семей гасить одну девчонку. Хорошо, она очень много себе позволяет. Хорошо, мы не придем. Да ты-то понятно. Вообще нахуй. Такой типа ебал. Чего, блядь? Какие батлы? Ты-то понятно, что не придешь, я не удивлен. Я тоже. Ну, типа, я не короче, девчонка, да. у нее никнейм сладкая. Она вчера, короче, батл играла против Карифана, вот как раз против свиповца. И она купила себе двух драконов. И чё? Многие покупают. Типа, вас это зацепило, что она купила драконов? Нет, у них уже идет рамс около 2 лет со спандой. Вообще со спандой. А спанда своих людей даже не отдает. Он прям принципиально заставляет их быть ведущими. Как можно человека заставить, если он не хочет, блядь? Ну, вообще не понимаю. А как это? Ты подписал контракт со мной на 2 года, вот и все. Как это? Там уже от отношения и... Подожди. То есть у тебя Ванька, получается, 2 года в рабстве? Да. Ебать. Ну опять же... Ванёк, ебать, я тебе соболезну. Сказала на свою голову. Почему соболезнуешь? Какую нахуй там
Семью свою собрался создавать. Ты, блядь, 2 года уже в рабстве. Вот, 2 года буду в семье. 2 года буду семью качать. Бля, а семью же Два могут года удалить, будешь да, туда если не актива не поработать. будет через 2 месяца. Ты можешь удалить ее, да? Нет, нет, не, Бига может сам удалить семью, если не будет актива через 2 месяца. Ну, у тебя она в любом случае Подожди, будет а актив. это... Слушай, вот смотрите, Нет, не мне удалять. интересно. Подожди, Даня. Вот мне интересно, смотрите. Короче, ну, образно говоря, зашел я в вашу семью, и вы мне, блядь, уже через 2 недели не понравились. И я такой не могу сказать, типа, Взял, идите. вышел и все. Ну, не хочу я больше с вами сидеть. Ну, вышел. В чем Взял, проблема? вышел, взял, просто вышел и Ну, и все. все же, и ни тела, ни дела. Или это не так? Просто вышел и все. Такой, Не, просто взял, вышел, У тебя сказал. К контакт. примеру, если ты говоришь, типа не понравились, потом заходишь просто в цвет кому-нибудь в мультик, говоришь, ребят, короче, вы вообще не камильфо, я от вас уебан забит делаю. И все, и вышел. Так ты Смысл? тоже можешь делать то же самое с Даня, кто-то Таней. нервы подрывает. Так, кто тебя бесит? Я просто видосы видела, а там просто вообще я слишком это восприимчива. Все? Восприимчива. Чё? Чё ты хочешь со мной сделать? А ты руками что показал так что? Ничего. Дрочит? Нет. Бессовестный. Я сейчас еще на несколько дней, скорее всего, с Бига пропаду. Хорошо. Тебе 16 похуй. числа. Я Тебе просто к уже похуй, знакомой ты уже поеду в план гости. сделал. Нет, я еще не сделал план. Он еще не сделал план. Мне осталось 5 тысяч до тридцатки. А у тебя Так план все, ладно, 30 уже? Вань. Бега, не обсуждаем план, зарплату. Все, давай, иди за своей этой телефоном. Да. Все, побежал, а то я уже 20 минут убегаю. Все, давайте. Всем пока. Я пошел. Пока. Ты скрин видел? Нет, ты мне ничего не отправлял, блин. Я же говорю, что у нас это. Слава богу. А, ты увидел в телефоне. Нет, ты вчера писала, что ты сделал скриншот. Но ты мне его не отправил. Чё там? Телеграм ок ноу. 1000. Нет. Мы не такие. Чё, Жень, рассказывай. Что это нюх? Спрашиваю. Кушаешь? Секретов нет от тебя сегодня. А? Я говорю, секретов нет от тебя, спрашиваю. Хорошо. Не Приятного задыхай. аппетита. Спасибо. Спасибо. Ну, что за скриншот-то? Ну-ка скажи мне. Ты меня типа поскринил, что ли, или что? Аж любопытно теперь. Тот момент, когда Танюху заинтересовала. Интересно, что там. Собирают на меня компромат, блин. На тебя? Ты же этот. У меня есть, мне не надо. Ты вообще молчи. Есть у него. Удаляй, блин. Ты же святая. Летаем он. Ага. Компроматы вон. Собираю тут. Во, блин, сколько уже прошло? Давай удаляй, блин. Сейчас обижаться начну.
То, что... Шантажировать потом будут меня. Но прежде чем удалить мне его, в личку скинь, пожалуйста. Она в облаке святая святых.